Понедельник, 7 января, суд на Украине отказался удовлетворить административный иск партии «Наши» с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии по ликвидации избирательных участков в России. Об этом сообщил лидер политической силы, депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Напомним, 31 декабря 2018 года ЦИК Украины закрыла 5 избирательных участков, после чего это решение было обжаловано партией «Наши». Ранее подобную жалобу подала партия «Оппозиционный блок», однако суд ее также не удовлетворил. Как написал Мураев на своей странице в Facebook, по иску об отмене решения ЦИК по ликвидации избирательных участков в России суд прогнозируемо дал отказ. Мотив – якобы недоказанное нарушение права истца, то есть граждан Украины, как считают судебные марионетки, не дискриминируют в правах. По словам депутата, суд счел, что придя в дипломатическое учреждение Украины в России и не обнаружив там ни комиссии, ни бюллетеней, ни урны для голосования, гражданин Украины никак не пострадает, как и результаты выборов. Мураев также отметил, что продолжит добиваться справедливости. Напомним, президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью этого года.